В Москве арестовали подпольных банкиров, которые помогали клиентам обналичивать капиталы через Почту России. Годовой оборот незаконных операций превышал 1 миллиард рублей. Вскрыть преступную схему полицейским помогли сотрудники почты. Они сообщали следствию о подозрительных переводах. Выяснилось, что лже-банкиры предлагали клиентам направить деньги на счет одной из фирм «Однодневок», откуда эти средства почтовыми переводами отправляли в адрес участников группировки. Те забирали уже наличные в отделениях той же почты, а потом за вычетом процентов передавали заказчикам. Проведены десятки обысков, изъяты печати фиктивных организаций и финансовые документы. Среди задержанных предполагаемые бухгалтеры, инкассаторы и лидер группировки. О нем известно, что он житель столицы. Суд отправил всех фигурантов под домашний арест. Дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.